Так, рассыпь так, чтоб не кучкой. Этой зимой выживут не все. При дефиците корма в городах гибнет до 70% птиц. Пугающая статистика, и Барнаул не исключение. Они могут погибнуть, потому что вот в морозные дни им нужно как бы кормиться достаточно активно. А если корма нет, то они просто ночь могут не пережить, и, конечно, это очень важно. На каждого жителя там 3-4 птицы точно приходится. Если каждый житель покормит вот эти 3-4 птички, то как бы все будет хорошо. Эти школьники спасут не один десяток птиц. В Барнауле впервые прошла акция по созданию и развешиванию кормушек. Это завершающий этап экопроекта «Начни с дома своего». Местом спасения пернатых выбран парк «Изумрудный». Там появилось около 40 столовых для птиц. Достаточно часто делаем эко-кормушки, развешиваем по городу, потому что это самое удобное, самое разные доступное. Поделки. Любой ребенок может сделать, с удовольствием сам поедет повесить. Эко-кормушка работает так. В формочку с растопленным жиром засыпают пшено и семечки, остужают и развешивают по городу. Такие угощения для птичек полезны, а вот хлебом кормить опасно. Орнитологи говорят, для пернатых он не питателен и только забивает желудок, вдобавок вызывая дисбактериоз и ослабляя организм. Ну вот только из правильного тут пшено, а вот это вот все они не клюют. Юные экологи создают спасительное для птиц кафе не первый год, поэтому уверены, что их меню птицам понравится. Как думаешь, птица будет кушать то, что положили? Да. Она вот где. Школьники готовы помогать птицам и следующей зимой. Организаторы акции уверены, последней она не будет. А спасать пернатых девчонки и мальчишки теперь настроены круглый год. Надо, чтобы хоть кто-нибудь помогал природе, заботился о ней. О своих братьях и немцах. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком.